Это Life, и мы продолжаем вас знакомить с самыми важными событиями в России и мире. Удар по территории Ирака нанесли ВВС Турции. Целью турецких истребителей стали позиции курдских бойцов. В операции участвовали самолеты F-16 и F-4. Они разбомбили пещеры, в которых укрывались курдские повстанцы. Все они бойцы же курдской рабочей партии, которую Турция называет террористической организацией. Как сообщил турецкий генштаб, все цели были уничтожены прямыми попаданиями. Анкару вообще не смущает, что объекты были на севере Ирака. Официальный Багдад неоднократно заявлял, что это противоречит международным нормам и даже жаловался на такие действия в ООН. Но пока на Турцию повлиять никто, по всей видимости, не может.